Сейчас осветлимся. Смотри сюда, потому что сейчас мы развернемся, так могу сказать. Где если там стоит? Судно Валдай быстро догнался. Судно Валдай. Мам, когда возьмемся? Вот сейчас немного отдыхать. Это что за пехота? Вот такой блин. Да? Мачок, да. Барбарис, как у меня. Ну, еще, лучше. Поднимаемся на гору. Красота просто. Идет. Свиновский. Нет, не она. Что ты лаешь? Так, зашли в монастырь. Идет реставрация вот таких вот часов. И классные цветочки. Друзья, вон мимо нас идет Константин Федин или Радищев. А, это Радищев. Да, это Радищев. По одному месту прям. Шлепает, да, шлепает. Крохот-то есть, и что говорит? Поехали. Берешь и понимаешь, что... Поехали. Поклоняемся пехоте Александр Радищев. Теперь Панферова. И я уже вижу Самару. Панферов подойдет к двум примерно. Вот такой красивый у нас Панферов. Подходим к Самаре. Вот стоит Кронштадт. Родной, так сказать. Готовятся к швартовке матросы. Сейчас будем скоро подходить. Вот-вот. Мне кажется... Мы сейчас, мне кажется, слишком рано сгушились.
Вот уже сейчас подходим к Москве 139. Вторым бортом, естественно. Так, вот наш, нас вышли принимать. Так, два швартова. А, вот. Все, прижались. Вот и прибыли в Самару.